أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Аллаху Уважаемые зрители, слушатели, мы продолжаем цикл уроков, основанных на книге Риаду Солихин сады праведных. Напоминаю, глава абу усердии. Сегодня мы переходим к 110 хадису. Давайте мы в первую очередь переведем данный хадис и потом перейдем к его пояснению. عن ابي مسعود عقبة بن عمري الانصاري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي وجاء رجل آخر فتصدق بساع فقالوا إن الله لغني عن ساع هذا سبشا سشتو أبو مسعود عقبة بن عمرو الانصاري да будет доволен им Аллах, сказал, после неспослания аята о подаянии мы стали переносить грузы. Один человек пришел и пожертвовал на эту большую сумму, и лицемеры сказали, он делает это на показ. А потом пришел другой человек, который пожертвовал всего один сарафиников. И тогда они стали говорить, поистине Аллах не нуждается в этом. سع فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلى جهدهم سورة التوبة والآية 79 متفق عليه И после чего и был неспослан аят, в котором говорится, что касается людей, порочащих верующих, как тех, которые по своей воле подают милостиню, так и тех, которые находят, что подать лишь по мере своих возможностей, и насмехающихся над ними, то посмеется над ними самими Аллах, и им уготовано мучительное наказание. Этот хадис передал имам Бухари, имам Муслим. Теперь более подробно раскроем смысл этой истории. Абу Мас'уд, Укуба имн Амр, алян да будет доволен им Аллах, сказал, после послания аята о подаянии мы стали переносить грузы. Именно о каком аяте говорится здесь? Ученые говорят, что речь идет о 103 аяте суры Тауба, в котором сказано «Хоз мин амвалихим содакотан ту -тухирухум биха» В переводе «Бери с их имущества милостиню, которые ты очистишь и обелишь их». Речь идет об аяте, в котором содержалось побуждение раздавать садака, раздавать милостиню. Милостиня заключается в том, что человек раздает некоторую часть своего имущества бедным ради довольства Всевышнего Аллаха. И после неспослания этого аята сподвижники начали переносить грузы, Прокуба имеет в виду, что многие сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, стали переносить грузы на рынках, то есть работали грузчиком, чтобы иметь возможность подавать милостиню. Когда не спосылался аят с каким-нибудь повелением, они спешили выполнить то, что им велено. Когда не спаслался аят с каким-нибудь запретом, сподвижники спешили оставить то, что им Запрещено. Поэтому, когда был неспослан аят э, о том, что, например, вино запрещено, ансары в это время как раз занимались его распитием, как мы знаем в истории ислама. Они сразу же прекратили это делать. Это обязанность каждого верующего. Если до нас дошло что-либо от Аллаха, его посланника, салям, то мы должны подчиниться. В общем, когда был неспослан аят о подаянии, сподвижники стали нести милостиню садака по мере своих возможностей. И один человек пришел и пожертвовал на это большую сумму. И лицемеры сказали, он делает это на показ. А этим человеком был сам Абдурахман ибн Рауф, один из богатейших людей города Медины, который пожертвовал 80 тысяч дирхамов. Это по-нашему будет 9,5 миллионов тенге. А потом пришел другой человек, который пожертвовал всего один сар фиников, то есть около 3 килограмм. И тогда они лицемеры стали говорить, поистине Аллах не нуждается в этом сар. Таковы лицемеры. Они постоянно пытаются поиздеваться над верующими. Самой главной их заботой, которая радует их слух, является издевательство над мусульманами. И после чего и был неспослан аят, это 79 аят, суры от Тауба, в котором говорится В переводе, что касается людей, порочащих, верующих, как тех, которые по своей воле подают милостиню. Здесь речь идет о богатых людях, которых лицемеры обвиняли в том, что они помогают нуждающимся, делая это на показ другим. И в продолжении Всевышний Аллах говорит ла яджидуна и так и тех, которые находят, что подать лишь по мере своих возможностей. Имеется в виду бедняки, подававшие неимущим только то немногое, что им удавалось найти. Далее. минхум сахираллаху минхум валяхум азабун алим». В переводе. «И насмехающийся над ними, то посмеется над ними самими Всевышний Аллах». То есть, Аллах унизит их. Ему готовы мучительные... Наказание, говорится, именно в вышеупомянутом аяте. Какую пользу мы можем извлечь из этой истории? Со слов ученых ислама, первая польза – это указание на стремление сподвижников к совершению добра и к борьбе против своего на Второе – это указание на то, что Аллах Всевышний защищает верующих. Посмотрите, как Аллах Всевышний испослал аят, аят в своей книге защищая верующих от нападок лицемеров. И третье – указание на сильную вражду лицемеров к верующим людям. Когда верующий делает много добра, много благих дел, лицемеры порочат их. Когда верующий делает мало добра, лицемеры все равно порочат их. Но дело им не принадлежит. Аллах Всевышний пригрозил им мучительным наказанием, сказав – тот, кто сделал добро, весом мельчайшую частицу увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, также увидит его. Много мы сделали или мало, все равно увидим это, и Аллах Всевышний воздаст нам. И хочу закончить наш урок словами посланника Аллаха, алейхи вассалям, «Кто бы ни подал хотя бы один финик из благоприобретенного достояния в качестве милостини, Всевышний Аллах примет ее и станет выращивать подобно тому, как любой из вас выращивает своего же ребенка или в другом риваяте, как маленькую верблюницу, пока не достигнет он размеров горы или более того. Этот хадис передал имам Аль-Бухари. На этом сегодняшний наш урок закончен. Пусть Всевышний Аллах приумножит наши полученные знания и сделает нас одним из полноценно следующих засунных пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Субханаку ави хамдик ашхаду аллах, илля айлян, тастахфируку атубилайк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату.